Добро пожаловать на канал «Меню недели», где я публикую быстрые и проверенные рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я поделюсь рецептом рубленых куриных котлет. Несмотря на то, что готовятся они из куриной грудки, получаются котлетки нежными и сочными за счет добавления сметаны. Куриное филе мелко нарезаю. Для этого сначала нужно нарезать мясо на тонкие пластины, а потом уже на полоски и кубики. Перекладываю куриные кусочки в объемную миску. Далее измельчаю лук, чеснок и любую зелень по вкусу. Мне нравится добавлять укроп. Добавляю в миску с куриным филе нарезанный лук, чеснок и зелень. Затем остальные ингредиенты – крахмал, сметану и яйцо. На этом этапе солю и перчу по вкусу и перемешиваю все ингредиенты до однородности. Чтобы котлеты получились еще вкуснее, я закрываю миску пищевой пленкой и убираю в холодильник на 30-40 минут, чтобы все промариновалось. После этого начинаю жарить котлеты. Выкладываю на раскаленную сковородку по ложке этого фарша. Жарю на среднем огне с двух сторон до появления золотистой корочки. Посмотрите, какие красивые, золотистой аппетитной корочкой получаются котлеты. Они вкусны как в горячем, так и холодном виде. Можно взять с собой на пикник в качестве холодной закуски. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!